Добрий вечір. Це тема дня в студії Аніта Рашевська. А тема нашого ефіру – створення ОСББ в Миколаєві. Ефективність, можливості для втілення інноваційних проєктів. Гострі питання, проблеми та їх вирішення. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. У нас в студії голова асоціації ОСББ міста Миколаєва Володимир Ніколайчук та голова ОСББ Улей Олег Колесник. Добрий вечір, друзі. Добрий приємно вечір. Вас бачити в нашій студії. До речі, наші гості готові власним досвідом довести необхідність існування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Адже існують різні думки щодо цього питання. Наприклад, міський голова Олександр Сенкевич вважає, що ОСББ на даний момент – це ефективна та перспективна форма управління житловими будинками. А депутат міськради Олег Солтис заявляє, що створення ОСББ – це спроба міської влади уникнути втрат на утримання житлового фонду, перекинути все на плечі містян. Друзі, будь ласка, ваша думка. Створення ОСББ – це вимога часу і законодавства, чи усвідомлення громадянами, що саме така система краще за стару Жеківську? Будь ласка, Володимир Сергійович, ви перший? Да, давайте я, наверное, отвечу. Создание ОСББ как объединение совладельцев в многоквартирном доме – это и, скорее всего, требование законодательства, потому что мы приходим уже к этому. То-то тут поеднание, так? Да, это объединение, это два в одном, по сути. И в то же самое время это переход к эффективному коллективному собственнику от системы, когда содержалось, что-то делалось за нас. То есть у нас, мы получали квартиры, ну я не получал, там мои родители, к примеру, получали квартиры, был ЖЭК, который дотировался из тогда государственного бюджета, и все это содержалось. Этой системы больше нет, надо от нее отходить и воспитывать коллективного собственника, ответственного за свое жилье. Ну и плюс, как требование законодательства, было несколько этапов этой реформы, мы постепенно к этому шли, и с 10 июня этого года вступает новый закон о жилищно-коммунальных услугах, который, в принципе, расставляет практически окончательно точки над «и», что будет в дальнейшем. То есть будет три формы договорных отношений. Это ОСМД, которая содержит свой дом сами. Какая основа зараз, так? Да, ОСМД. Да. Они угу. есть и на сегодня все три. Будет вариант, когда совладельцы самостоятельно выберут себе управителя по собственной инициативе. Это же не ОСББ, так? Да, это сторонний управитель. Это, в принципе, хозяйствующий субъект частного, частный. Это или юрлицо, или физическое лицо предприниматель. Государство еще оставляет за собой право аттестировать их. И есть третий вариант, когда совладельцы, ну, не разбираясь в этом, не понимая, что делать в данном случае, примут решение, что им нужно провести конкурс. Они придут с этим предложением к органам местного самоуправления, в нашем городе конкретно это департамент ЖКХ городского совета, и предложат им провести им конкурс. Тот обязан в течение 3 месяцев с дня заявки этих совладельцев провести конкурс на выбор управителя, то есть на рыночных условиях. А, будь ласка, Олег Петрович, ваша думка щодо цього питання? Ну, я молодий, не по возрасту, по значению председателя ОСББ, мы существуем только 1.5 года, и меня удивило то, что, казалось бы, все было в таком завале, оказывается, находятся люди, которые в состоянии это поднять, многие вопросы. И объединяются эти люди, объединяются, пожалуй, на своих недостатках того, что оставил ЖЭК. И с желанием это делать. Сначала с недоверием, потом все больше и больше, если правление работает нормально, то все больше и больше верит в то, что это правда, что никто не убежит с зажатыми в мокром кулачке деньгами и не оставит их с носом, что называется. Поэтому я считаю, что это действительно требование времени и возможность проявить себя тем людям, которые существовали раньше вне ОСББ. И у нас пока что нет никакой организации, которая бы готовила представителей ОСББ. Еще направление тоже. Это люди совершенно занимаются своими делами, и вдруг они объединяются на почве необходимости сделать что-то для своего дома. Иногда получается, иногда не получается, но тем не менее желание есть. Все ж таки больше, когда все вдається, так? Ну, будем считать так. Потому что на том, что в нашем доме 36 лет существует дом, и 36 лет практически ЖЭК мало что делал, мы за 1.5 года сделали столько, сколько, по мнению наших жильцов, не было сделано за 36 лет.
Це дуже добре. А як складаються стосунки ОСББ з органами влади? Адже без співпраці та порозуміння вести господарську діяльність буде складно або й неможливо. Знаєте, по-разному. Єсть віддільні... А чому по-різному? Ну, тому що різне дуже... Ні. Не можу однозначно сказати, що добре або хорошо. Есть те элементы местного самоуправления, которые действительно стремятся и помогают развитию СМД как виду управления жилым фондом, а есть те, которые делают вид, что нас вообще не существует. То есть есть, да, есть, есть это, к сожалению. А чему так, Володимир Сергеевич? Ну вот некоторые администрации, я просто не хочу уточнять какие, особенно в вопросах благоустройства, когда... идет, допустим, какая-то городская программа там, или по зеленению, или наоборот по спилу деревьев, так как деревья находятся в городской собственности, то есть СМД они не передаются на баланс. В СМД забирают только дом, обязан содержать придомовую территорию, если не изъявляет желание забрать ее в постоянное пользование, то она остается городской, но просто СМД обязан ее убирать. И когда становится речь, допустим, к примеру, об обрезке деревьев, там, о кронировании или о сносе, если есть заключение соответствующего органа местного самоуправления, когда приходит председатель СМД в администрацию, одну из, ему говорят, о, вы СМД? Нет, вам не положено. Как это не положено? В СМД живут те же налогоплательщики, которые там на определенную часть... своими налогами наполняет местный бюджет. Ну, чем они отличаются от тех, которые живут в домах коммунальной собственности? Ничем. Ну, вот есть у нас, к сожалению, такое. Есть и обратная сторона, есть хорошая. То есть есть действительно принятые программы поддержки ОСМД, которые способствуют их развитию. Есть и обучающие, и поддерживающие состояние, то есть это программы по капитальным и текущим ремонтам. То есть они есть, они работают. Они, кстати, одни из самых щедрых в Украине. То есть я просто во всех городах бываю по вопросам ОСМД, хожу на совет при кабинете министров, то ну, есть чем сравнивать. У нас одна из самых щедрых в стране. А, будь ласка, якщо ви так багато їздите по Україні, Миколаївська асоціація ОСББ, як вона? Не самая большая, но одна из самых старых. То есть она из тех вот первопроходцев, которые начинали в то время, когда ни законодательная база не соответствовала требованиям современности, ни как раз вот если мы говорим о взаимодействии с местным самоуправлением. Если сравнивать сегодня и, к примеру, там 2006 год, это небо и земля. То есть сейчас, конечно, можно говорить, что да, поддержка в основном есть. Причем у нас, в принципе, вот уже третий год инновационный мэр, который взял курс четкой поддержки, развития, вот то, о чем я говорил, коллективного собственника, ответственного за свое жилье. Это очень правильная позиция на сегодняшний день. То ассоциация в Николаеве, она больше 100 СМД включает в себя как членов. Не самая большая, есть больше. Но в плане информационной поддержки, ну, мы очень много работы проводим по сравнению, допустим, с другими городами. Я считаю, как образец в плане и там отстаивания своих позиций, и информационной, и материальной, и всей поддержки, вот на сегодняшний день это город Луцк. Луцк? Да, это самый инновационный город в плане реформирования жилого фонда на сегодняшний день в стране. Я там был и не раз уже, и я считаю, что к ним вот надо стремиться. То есть достичь их уровня, это будет уже очень хорошо. Ви говорили про 2016 рік. В місті в 2016 році створено 243 ОСББ. За майже півтора роки наскільки кількість ОСББ збільшилась? Не намного. Якщо я не ошибаюсь, СМД, по-моєму, на 50 або 60. Я не готов зараз точну цифру назвати, але десь в цих рамках. Об'ясню, чому. Тому що в 2016 році вступив в силу закон про особливості здійснення права власності, який підрозумів, що місцеве самоуправління буде проводити повально конкурси на управляючі компанії. Ну, цей процес, на самом деле, в Украине практически нигде не запустился. И вот именно это стало тогда стимулом к созданию такого количества СМД. То есть были страхи, что к вам придут там постучаться дяди, скажут, все, мы теперь ваша управляющая компания, будете жить с нами. Но новый закон, вот, который вступает 10 июня в силу, закон о жилищно-коммунальных услугах, он опять-таки не оставляет тоже выбора. То есть или вы создаете СМД, или вы сами выбираете управителя, или идете к органу местного самоуправления, он вам выбирает управителя на конкурсной основе. Друзі, у нас є дзвінок, давайте послухаємо, а потім продовжимо. Алло, ви в ефірі, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене багато знайомих живуть в домах ОСББ. І вони жалуються, що субсидіантам не вовремя з великою задержкою виплачуються фінанси для ОСББ. Як цей питання улучшити?
Будь ласка, смотрите, хто буде відповідати? Ви просто ті, які живуть в домах ЖЕКах, не знають, як відбуваються ці процеси. Задержка по компенсаціям субсидій льгот в країні однакова, що для ОСМД, що для ЖЕКа. Просто в ЖЕК це многомільйонні задовженості, яких ЖЕК жильцям не може доказати і сообщити. А в ОСМД це чувствується особливо остро, тому що бюджет тільки компактний, тільки для цього дому. Так, но я вам хочу сказати, государство прийняло реформу в даній сфері, що субсидии и льготы до конца года, нас убеждает и Минрегионбуд, и Минсоцполитики, будет получать непосредственно человек. Это так называемый процесс монетизации субсидий. То есть уже не хозяйствующий субъект будет получать, а человек. И человек им будет распоряжаться, там, оплачивать свои коммунальные услуги. С 1 мая, во-первых, кардинально изменились системы начисления льгот и субсидий и компенсации. То есть задерживают и там. Это реальность. То есть, к сожалению, это реальность. Ну, это ж не вопрос создания там или не создания ОСМД, это вопрос, к нашим министерствам. Це не до вас питання, нет, так? Нет, дело не в том, что я просто могу ответить на этот вопрос. До конца года будет по-другому в любом случае. То есть каждый получатель субсидии и льготы будет получать ее сам себе на персональный свой социальный счет. У нас знову дзвінок, давайте послухаємо, так? Алло, ви в ефірі, добрий вечір. Добрий день. Добрий вечір. Вот у вас уже есть опыт по созданию этих групп. Вот у нас дом, которому больше 70 лет. Он относится к ЖЭКу. Крыши текут. Отопление поставили 2 года тому назад счетчик, который показывает мне 2500 в месяц я должна заплатить за квартиру, в которой практически батареи не работают. Если бы они хотели бы мне дать туда теплую воду, она все равно не пройдет по этим трубам. Я при моей пенсии 1500 в прошлом году платила 2500, иначе мне бы не дали субсидию. А на 2500 у меня 800 гривен субсидия. Мне за какие деньги жить? Сейчас наши соседи решили объединиться. У нас в доме 6 магазинов, это первый этаж. И так 13 семей, из которых 4 льготники. Можна ли вообще вот такое общество создать? Расскажите, пожалуйста. Зараз хто буде відповідати? Наоборот, дуже легко. Я буду відповідати. Смотрите, у нас є прецеденти очень успешных у СМД, стартуя от 8 квартир. Вот женщина привела, что она живет в 70-летнем доме, я живу в доме, которому 118 лет. Поэтому здесь несравнимые понятия. По поводу того, что у вас проблемы с отоплением, с крышей, для ОСМД как раз, но только для ОСМД, есть множество существующих программ поддержки. Если говорить о городе, это программа 90 на 10 существующих, мы, я так понимаю, еще о ней еще будем говорить. То есть это программа софинансирования капитальных текущих ремонтов. И она есть только для ОСМД. Как раз в ЖЭКе у вас ничего дальше не произойдет. А в ОСМД у вас есть возможность воспользоваться, поучаствовать, где 90% за вас платит городской бюджет на любой вид ремонта. И вы как раз осуществляете те мероприятия, которые вас всю жизнь тревожат и которые ЖЭК уже не решит. Есть государственные программы. Если речь идет об отоплении, если речь идет о высоких тарифах на центральное теплопостачание, то есть государственные программы по термомодернизации дома. И опять-таки количество льготчиков и субсидиантов будет только способствовать получению компенсации из государства. Есть прецеденты, 95% всех этих мероприятий компенсирует государственный, городской и областной бюджет. И вы как раз решите эти вопросы. Но опять-таки, уточню, они есть только для ОСМД. Для домов лише, коммунальной собственности их для нет. Для ОСПП, так? Да, да. Угу. А в коммунальной они будут власти... для Вот с 10 июня будут предусмотрены эти программы и для управителей. Угу. У нас еще и управителей. Так, пока еще немає, почекаємо. Впродовж цього питання, комунікації, електро- та тепломережі в наших дворах та будинках застарілі та потребують модернізації, щойно про це йшлося. Водночас необхідно впроваджувати нові технології. І це, до речі, вдається робити Миколаївським ОСББ. У нас є відеосюжет про роботу Миколаївського ОСББ «Улей». Давайте подивимось. Проблему зберігання та відвантаження сміття з дотриманням всіх санітарних та екологічних норм вирішили члени ОСББ «Улей». Ми поспостерігали за процесом. Ця споруда – заглиблений контейнер для сміття. Ми знаходимося около контейнера, як ви бачите. Ми знаходимося практично поряд з контейнером. Як бачите, запаху не відчувається, хоча тут збиралося сміття уже 10 днів, як мінімум. Сміття вивозиться раз на 8-10 днів. Сьогодні за графіком такий день. Спочатку приїздить маніпулятор.
Зараз під'їхала автівка, до якої буде завантажено сміття. Процес завантаження сміття займає 4 хвилини. І голова ОСББ, і заступник директора підприємства «Возчика сміття» називають один недолік. Звільнити контейнер можливо лише за допомогою двох машин. Кажуть, шукали варіанти модернізації техніки. Є такі проекти, які сьогодні... Є такий проект, який сьогодні підприємства, заводи працюють, готові начебто співпрацювати в цьому напрямку, але потрібно не один екземпляр одиничний, а масове 20-10. Місто замовило. Для міста, я думаю, гігієнічно і санітарний стан. Люди задоволені, тому що сміття не летить. Зараз во дворі у нас чисто. Зараз у дворі у нас чисто після того, коли стояли баки по всьому двору. Все це, звичайно, розлітається. Двір говорить дякую. По-друге, нам зручно, звичайно, викидати. Ось віконце немає запаху. Це екологічно чисто, сміття не бачать назовні. Головне, що правильно користуватися туди, якщо тільки продукти кидати. Не викидати будівельні матеріали. Время покажет. Час покаже, звичайно, з боку екології це красиво, чисто і добре, але сам процес ще викликає певні сумніви. І є ще справа в тому, скільки це буде коштувати. Голова ОСББ запевнив, що вартість вивезення відходів не зміниться. На 1 травня нинішнього року куб коштував 77 гривень 56 копійок. Місткість заглибленого контейнера – 3 кубічних метри. А це місце, де 4 місяці тому стояли традиційні контейнери для сміття. Зараз ми їх убрали, тому ця територія може спокійно використовуватися для благоустройства. Тут може бути або ж якісь дерева насаджені, або ж, може бути, стоянку зроблено, тому що дуже багато машин. Олег Петрович, будь ласка, підземний контейнер для сміття – це майже єдиний в Миколаєві? Це другий. Вже поставили його один в Заводському районі, але його як целлофаном оклеїли, так він і стоїть до сих пор. Що стосується самих контейнерів, це фінська технологія, в Європі вона дуже розповсюджена. Київ намагався такі контейнери просто купити і поставити. Не все у них вийшло. Дніпр намагався зробити сам. Сделали 4 контейнера на хорошем своей набережной, то же самое, прекратили эту деятельность. А мы разработали свою собственную технологию. Иностранные, а в чем она полагает, ваша технология? Иностранные контейнеры сделаны из пластмассы. Когда я думаю о нашем Николаеве, в котором желающий поджечь пластмассу, то это сразу же это будет деформация его полностью. Поэтому мы сделали, заменили корпус пластмассу на бетон. Крышку, это тоже пластмасса, мы заменили на металл. Тобто довговічність увеличили этого самого контейнера. Предбачили усі моменти, так? Да, все вместе. А що касається, саме головне для мене було создати все із матеріалів міста Николаєва. Нічого не задіяно откуда б то не було. Більше того, задіяно підприємство міста Николаєва. Тобто робоча сила, робоча зайнятість робочих, ну і ефективність. Дело в тому, що коли ми зараз считали, тут вже говорили о том, що зараз найсложніший вопрос. Это то, что мы пока вынуждены стыковать манипулятор вместе с мусорной машиной. Хотя есть вполне наша Украина делает в трех городах специальные мусоровозы, которые делают манипулятор на себе. В этом случае пока что мы вышли по стоимости вывоза, мы уменьшили количество металлических контейнеров, уменьшили количество въездов, то есть сам перевозчик мусора заинтересован в такой работе, экономия идет. Почти вышли, ну чуть-чуть, один на один. А при введении такого манипулятора на мусоровозе мы даже выйдем в минус. То есть это помимо эстетики, экологии, это будет еще экономически выгодно. Економічно вигідно, це добре. Взагалі, процес створення ОСББ в Миколаєві триває, але є й негативний досвід, адже створення ОСББ повинно бути за більшістю голосів мешканців багатоквартирних будинків. А якщо не набирається ця більшість, що тоді? Ну, от, як я упомінав, є три основні варіанти, які предусматривають новий закон о жилищно-комунальних услугах. Тобто, це, ну, перший по умолчанню, це створення ОСМД, второй – це вибір управителя самостоятельно совладельцем, і здесь нужно необходимо 75% голосов совладельцев, это по закону про особливості здійснення права власності, собираються загальні збори співвласників, проводяться, вибирається управитель.
Есть третий вариант, когда простым большинством совладельцы принимают решение, что им нужен управитель, но они не знают, ну, как его выбрать, где его найти. Тогда они обращаются в органы местного самоуправления, и те для них проводят трехмесячный термин конкурс по выбору управителя. Но, к сожалению, законодатель, я хочу заняться этим вопросом, мы будем обращаться... к сожалению, да, мы будем обращаться в Минрегионбуд по вопросу, что делать с четвертым вариантом, и он будет вполне реальным, когда никто ничего не делает. А действительно, что с ним делать? У меня нет ответа на этот вопрос. И в государстве, я вам больше скажу, я сдавал, у нас есть и общение с другими главами ассоциации, и вообще просто с председателем. У нас есть закрытые группы и открытые группы в соцсетях, то нет досконального ответа на этот вопрос. Что делать? К сожалению, не предусмотрели. Это будет. Я так понимаю, что какое-то время еще будут существовать ЖЭКи в реальности. Не будут по умолчанию обслуживать многоквартирные дома, пока не будет принято соответствующее решение. То есть они еще будут существовать какой-то период? Час, я уверен, что да. Какой-то период в наших реалиях они будут еще существовать. И повернемося до створения программы 10 на 90. Эта программа была... Так. При поддержке ассоциации, придумана еще в далеком 2009 году, внесена в программу реформирования ЖКХ, но в полном объеме и формате начиналась реализация только с 2016 года. Она предусматривает, что ОСМД на любой вид текущего или капитального ремонта один раз в год, но два раза вообще может претендовать на софинансирование в виде 90% городской бюджет, 10% бюджет совладельцев УСМД. А потом 30 на 70? Нет, потом, пока что потом 50 на 50, 30 на 70. Я почему-то подозреваю, что завтра на завтрашней сессии будет озвучено предложение такое изменить немножко программу, ее более сделать еще лояльной, потому что есть нюансы по маленьким, малоквартирным, так назовем их так, домам, там где ОСМД как раз, как я упоминал, 8 квартир, 12 квартир, им тяжело собрать 10%, и им тяжело вообще в ней участвовать, и им тяжело участвовать в программе энергоэффективности государства. Так вот, договаривая об этой программе, ОСМД собирает 10%, и если это капитальный ремонт, либо ремонт, подразумевающий изготовление проектно-кошторисную документацию, ОСМД изготовляет за свой счет, но сумма, потраченную на эту документацию, потом будет зачтена в те 10% участия ОСМД. Это очень лояльные условия по сравнению со всей страной, это я могу однозначно заявить, потому что ближайшая к нам лояльная, в Киеве тоже раньше когда-то было. Но эта программа работает уже, так? Да, она эффективно отработала 2016, часть 2017, потому что в конце года в связи с политическими изменениями в нашем городе депутаты решили ее... Не дополнять дополнительное финансирование, и застряло очень много объектов, которые перетекли на этот год. Сейчас есть гарантия, я так понимаю, на уровне городского совета, и мэр очень этим озабочен вопросом, что нужно все-таки реализовать. То есть люди потратили деньги на проектно-кошторисную документацию и остались ни с чем. То в этом году, я думаю, всем уже позволят поучаствовать в полном объеме. Мы, тем не менее, успели. Много кто успел. Очень много объектов реализовано. Если брать 2016 год, это 36 объектов. Если 2017 год, это, по-моему, 63 объекта. На сегодняшний год вышло уже 97 объектов. То есть много идет по нарастающей. Но я вам все равно хочу сказать, моя личная позиция как главы ассоциации, это то, что есть в нашем городе еще такое понятие, как несправедливая дифференциация бюджетных средств на содержание жилого фонда. То есть на жилой фонд коммунальной собственности тратится намного больше денег, чем дают это даже на уровне софинансирования ОСМД. Хотя ОСМД, официальная статистика показывает, что 35% жилого фонда по площади в многоквартирных домах находится в управлении ОСМД. Это ровно треть. Но на треть не получается там финансирование. Так, ми не можемо стверджувати, що існує бездоганна нормативна база для створення ОСББ. Ні, для создания є. Ну, чого? Для создания нет никаких препятствий. Для функціонування є нюанси. Ви, наверное, хотите сказати, що нету доскональної бази для стимулювання создания. Так. Здесь, к сожалению, я, должен признать, что, скорее всего, нет. В нашем случае, например, нам очень помогла Казакова Татьяна Викторовна.
Без її допомоги вряд ли ми змогли б наші проєкти отработати. Тобто ОСББ і співпраця міської ради, вона повинна бути, так? Друзі, час нашого ефіру завершено. Спасибі вам, що ви були у нас в студію. Ми сьогодні говорили про створення ОСББ в Миколаєві, їх ефективність, можливості для втілення інноваційних проєктів. У нас в студії були голова асоціації ОСББ міста Миколаєва Володимир Ніколайчук та голова ОСББ Улей Олег Колесник. Наш ефір завершено. На все добре.